И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, Кэт Макс и Василиса. Сегодня мы играем Гаррис Мод. Пацанчики и девчонки, поздравайтесь. Всем привет. Привет, всем привет. Сегодня мы играем на карте пиццерия, стайл, Майнкрафт. Два Димончика ее покажем. Ну и Кэт Макс сегодня нас будет пугать. Да, Кэт Макс у нас будет в роли аниматроника. Мы, точнее, я, Димас и Василиса будем охранниками. Давай смотреть пиццерию. Так. Прикольная карта, да, Димон? Кстати, мы на этой карте ни разу не записывали. Так что это первая серия. Если вам понравится, ставьте лайкосик и пишите классный комментарий. Кстати, Димас, видишь, здесь экраны есть посередине? Можно же эти РТ-камеры было поставить. Кстати. Ладно, прикольно уже будет. В следующий раз, если напишешь в комментах, мы что-то еще тут запишем. Тихо. Звуки слышал. О, Фокси, Димон, кстати. Это ты ставил эти столы? Где? С фредьками. А не, это мастерская, Димас, ты что? Тут оно так все. Понял. Есть, давай сюда. Аниматроники. Шкатулку поставили, все, красота. Улица, кстати, есть, ну, что немаловажно. Есть. Если что, на улицу побежим, короче. Так, 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 тут все закрыто. О, прикольно. Прикольная, кстати, пиццерия, мне нравится. А как это пиццерия? Какой FNAF, Димас? Первый? Да просто FNAF стайл Майнкрафт, что-то такое. А что это тут Лефти у нас появился откуда? Не знаю. Ладно, давай дальше изучать. Тут вроде как еще туалеты есть. О. Самое главное. Туалеты здесь такие стрёмные, сразу туалеты, скажу. Да, на всякий случай. То есть здесь просто эти. А просто тут полы. Дырка белая какая-то. А, это свет, это не дырка белая. Туалеты, короче, ничего интересного не представляют из себя. Да-да-да. Так, ну что, где? На рабочее место карту показали, можем уже охранять. Да, можем уже охрану проводить. Все, я закрыл дверь. Откройте! Димон, Димон, пусти нас. Так заходите. Заходим, заходим. Там Фредди был здоровый из какой-то там. Так, закрываем. Части. Тихо, тихо. Кэт Макс, подожди, дай я... А, вот. Все. Василиса еще ни разу с нами не записывала, но хотела записаться. Так что, ребята, кто хочет с нами записываться, заходите в наш Дискорд и общайтесь, все, договоримся. Пошел, ты какой пошел, хитрый. Пошел, прогоняем его. Фонариком надо светить в лицо ему. Да, так я его и светил, так прикинь. Ай-яй-яй-яй, я бегу. Пустите, я добрый. Блин. О, выключил, отлично. Кстати, нет энергии, мы можем этим пользоваться на ура. Кстати, Димон, тебе не кажется, вентилятор дует не в ту сторону? Мы тут, алло. Куда он дует? Стен, Димас, отражает воздух. А, это чтоб не в лицо. Здесь окна вспотели, вот она. Все, ой, кстати, правильно. Фредди пришел. Здорово, друг. Как дела? Че он орет? Он орет, спасите, дайте пожрать. Хорошо. С другой стороны, закрывай, Василиса, быстрее, закрывай. Есть. Смотри, как быстро бежал, но не смог. А я прячусь. Я вижу тебя, ты за аниматрониками прячешься. Кэт Макс, кусай его. Давай, 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 давай. Нет. Сейчас он зайдет, сразу закрывай двери. Нету. Есть. Нету. Он меня спалил. Он меня спалил. Нет. Ой. Мангл поползла куда-то. Так, никогошеньки. А, мангл... вот он этот опасный аниматроник. Дай ему с ноги дам. Димас, это знаешь кто? Это создатель аниматроников. Дай ему по башке надаю. Он сейчас создаст аниматроник. А-а-а! Бегите, спасайтесь. Нет, Василиса. Закрой. Есть. Закрыла меня. Нормально, тащим потихоньку. Чё-то Кэт Макс очень слабо мочит нас. Да не, наоборот, мощно. Нормально? Димас, быстро заходи. Да как ты съел Фокси? Говнище. А, это Василиса, Димас тебя пукает. Отвали от меня, я добрый. Димончик. Закрой. Ты что? Так прям на соплях. Да, успели. Даже когда закрывали, мы по ноге дверями дали. Вот это злая Чикатило. Блин. Че он тебя щекотал, Димас? Защекотил до смерти. Она зерно клюет, надо зерна накидать. Она будет ходить клевать. Блин, я так не ожидал, что он резко подбежит. Обманщик. Конечно. Так все. Зерн нету у нас никаких. Чё ржёшь? Да? Зёрышек, зёрнышек. Хлебушка. Вот, Димас, смотри, зёрнышки какие. О, смотри, точно, иди на зёрнышко. Поклей там. Черепушкой. Смотри, есть такая штука. Нет, пирожками надо угостить. В Half-Life 2, где она? Называется Gravity Gun. Вот, Димас, давай мне. Кто-то умер! Закрывай! Меня убили!
А когда он как? На, поклюй там. Как он нас убил? У меня скримера почему-то не было. Не было скримера? Да, кстати, это очень странно. Так, поклюй, поклюй. Есть. Я закрыл. Я ему там это, накидал там. Говнище, уходи! Семок накидал. Дверь! А, нет! Семки есть? Бегите! Бегу, Димончик. Куда бежать-то будет? А, Димас, тебя какая-то невидимая штука убила. Невидимая сила убила меня. Вот она, эрорная. Невидимая эрорная сила. Так и реально эрорка какая-то. Сила ошибки. Пошел отсюда, ошибочный аниматроник. Че ты смотришь на меня? Бездну убила вообще, выкинула. Ты чего? Сейчас кто-то придет с этой. Идет? Да-да-да, давай ты контролируй тогда пока что. Эту дверь, я эту дверь. Че тебе надо? А Димас просто будет ходить. Я на сцене залипаю здесь, потому что он хочет меня убить. Ого! Димончик! Открывайте двери! Открывайте, открывайте, открывайте! Шара какой-то, беги! Быстрее, 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 закрой! Закрой! Блин! И этот волк из красной шапочки должна быть. Закрой! Есть, Василиса молодец. Или я нажал, не знаю, кто уже нажал, но мы молодцы все. Димас все время на разведку ходит. Это Димон на разведку ходит. Димас у вас там сидит. Нет, я тоже вышел. А, и с другой стороны! Ребят, бегите через... Димас, здорово! Привет, а ты там за углом шкеришься? Да. Идите через правую сторону. Идем, идем, идем. А вернее уже через левую. А че он летает на воздухе-то? Димас, как... Он нас не видит, что ли? Он слева. Димас, вот настоящие охранники, как... защищать. Да, на крыше стоят из-за угла. И выглядывают. Василису там. Оставили подписчицу одну на растерзание. Отвали. Меня убили. Он то слева, то справа. Меня покушали. Бедняга. Беги. Диман, за тобой какая-то железная штучка. Ран. Есть. Так, фух, я выжил. Это что это? Нами кто-то фоткает. Ого, там Мочилова. Солдат ловушку Альянса. Сделаем ловушку. Быстрее прячемся. Ловушку. Это была жесть. Кэтмакс. Ловушки? Меня Кэтмакс. Пацаны, девчонки, давайте. О, давай ловушку, точно. Давайте ловушки делаем, короче, для этого. Ай, не то нажал. Автоматчика. Подставки две девочки. Там есть. Вообще рыба какая-то ползает, селедка. Так, Димончик, две ловушки есть. У меня уже тут 55, давайте. На улице ветер. Ой, у нас в помещении ветер, лампочка шатается. А, бегись! Спасайся. Так. Есть! Убил! Представляешь? Убил? Конечно. Отливай! Блин! Ловушку я поставил. Димон, аккуратно ловушки ставлю. Два дурачка ядри. Блин, это жесть. Ловушки, я тебе говорил, сзади ловушка. Ставили ловушки, которые сами же напоролись. Гениально. Хорошие охранники. Так что, ребята, берите нас на работу. Мы вам любой дом охранять будем. Тут собака какая-то пришла. Что за собака? Так это кот, а не собака. Смотри, что это? Что меня вчит? Тацелот, вот. Говорит, человек знает. Лучше его не впускать. А что, он съест все? Они немного едят. Что там? Став, став, Димончик. Да, Димас, видишь, я что тут делаю? Да, да, да. Да как оно сработало? Я дверь так забыла. Это аниматроник, потому что... А, он активировал наши новые ловушки. Мы только поставили. Ой, Василиса. Димас, у меня есть гранаты. У меня такие прикольные руки, кстати. Вот. Уходи, говнище! Нет, нет! Открывайся дверь и валим, валим. Все, да уходи, ты что по 5 раз мочишь? Так... Скримера никогда нету. У меня тоже иногда нету, иногда есть. А, он за мной выехал. Выехали за тобой же, Димон? Вильям авто не любит. Блин, встретились в проходе. Откуда? Так, бабушкин пистолет достал. Бери бабушкин, а я беру тогда базуку. Бабушкину? Дедушкину. Димон, только в нашу сторону не це... Как он нас убил? Вас двоих убил. А, нет. Это как Макс нас убил. Вот именно, засранец. Ты чё, хитрый очень? Это что такое? Да ну что? Ты чё админским пистолетом пользуешься, аниматроникс? Всё, убил. Я вижу, 5000 охранников выпало. А
А у меня почему-то нету оружия. А аниматроник вообще офигевший. С оружием ходит. С оружием. С бабушкиным. На тебе. Смотри, сколько из него аниматроников выпало. Сейчас я пролечу. Ну все. Ты уже никто. Для нас... Это уже война. Ты уже фигня какая-то. Мы тебя победили. Нет. Просто на прострел, на рандом взял. Димакс! Ой, Димон. В общем, я убил его. Да хватит, можно, что за выходная творится? Кэтвакс пугает нас, а не мочи с админского пекаля. Димон, открой дверь. Так, я в туалет. Правую. Открываю. Как ходить в эти туалеты? Тут просто полы. Что такое? Блин, тут по трупам приходится бегать. Да, здесь очень сложно. Кэтмакс стоял. Ого, а что так Кэтмакса трупов много лежит? А как это? Это законно, и мои трупы лежат. Это пушка из-за того, что моя такая. Мне кажется, что Димон победил. Не беги, марионетка! Убил. Да Димас! Я вроде на марионетку не попал. Димас, это труп. А зади, я труп! Я трупы разбрасывал пекалям, да, классно. Да, в почищено. И друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.